Сегодня начал работу 7-й конгресс московских хирургов. География участников уже давно вышла за пределы российской столицы. Форум собирает ведущих врачей со всей страны и из-за рубежа. Обсуждают инновации в хирургии, передовые методы борьбы с онкологией, неотложную помощь в условиях мегаполиса и десятки других жизненно важных вопросов. И в основе каждого доклада личный опыт врачей. Евгений Непот продолжит. Около 1500 участников. Здесь не только московские врачи, но и специалисты более чем из 15 регионов России, а также иностранные гости. Они уверены, что по уровню оказания хирургической помощи Москва ничем не уступает европейским мегаполисам. Я думаю, что самая главная выгода от этой конференции – взаимный обмен опытом. Думаю, что это идеальный способ обмениваться идеями и практическими знаниями. И вижу значительное улучшение в России за последние несколько лет. Это подтверждают и ведущие российские специалисты, для которых такая конференция в первую очередь возможность обменяться бесценным опытом с коллегами. Она вышла за рамки чисто московской конференции, потому что ведущие хирурги из страны здесь, из-за рубежа тоже. Сейчас хирургия идет по пути малотравматичных вмешательств. Высокие технологии позволяют снизить риски осложнений и сократить время восстановления после операций. Здесь на стендах представлены десятки передовых разработок, в том числе робот-хирург Да Винчи. Таких в столице 14. С каждым годом количество операций увеличивается примерно на 15-20%. Почти 65% из всего объема выполненных вмешательств – это операции, которые выполнялись с помощью видеоэндоскопических и роботизированных технологий. Что это такое? Это минимальная травматичность, это прецизионный характер вмешательства, это быстрое выздоровление пациентов. За время конференции участники не только заслушают доклады и обсудят вопросы развития хирургической помощи в мегаполисах, но и смогут показать свои профессиональные навыки, сдав тест на звание «московский врач». Обладателям этого почетного статуса положен ряд привилегий, в том числе прибавка к зарплате. 7-й конгресс хирургов продлится в столице 2 дня, до 30 мая. Евгений Непот, Антон Косимович, Сергей Кукушкин. Вести. Москва.